Нам выпала честь провести первую персональную выставку Викулова Татьяны Анатольевны «Викулова Артема. Выбираю жизнь». Абстрактные картины Татьяны Викуловой наполнены светлой, позитивной энергетикой. Палитра цвета затрагивает особые струны души, вызывая у зрителя легкую мечтательную эйфорию. Созерцая полотна автора, погружаешься в мир гармонии и ярких эмоций. Чувствуется смелый порыв души художника, находящегося в вечном поиске истины. Живописные эксперименты с ритмикой цветовых пятен вызывают чувство восторга и ощущение трансцендентности. Татьяна пишет не материальную телесность мира, а его астральную проекцию. Татьяна – член Евразийского художественного союза, член Международного художественного союза, заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области. Лауреат премии Московской областной думы, судья первой категории по академической гребле, член Федерации футбола Московской области, целитель, высшее образование в области психологии, спорта, лечебной физической культуры. В книге рекордов Гиннесса по самой продолжительной в мире комбинированной эстафете. Доцент Российской международной академии туризма. Лауреат выставок как в России, так и за рубежом. Работы Татьяны находятся в частных коллекциях в Лондоне, Пекине, Москве, Польше. Соавтор книги «Худеть по-русски». В ближайшее время выйдет книга «Худеть с луной». Презентацию проведем в галерее. Приглашаем всех.